Mesdames et messieurs, devant vous se trouve un des vieux villages russes dont le nom est Kardimovka. Vous pouvez voir une église ancienne. Prêtez attention à cette nature poétique, à tout l'aspect de ce doux havre de paix. Tout est charmant, le ciel bleu ainsi que le fleuve, avec au loin la lisière de la forêt. Ici, on ressent un renouveau de vie, car tout autour dispose au repos et respire la tranquillité. Mesdames, messieurs, passez, s'il vous plaît. Послушай, ты не знаешь, кто такой Карлей? Чего-чего? У вас здесь всегда так пустынно. Бывают и туристы, вон иностранцы иногда подваливают. А чего ты меня спрашивал? Да это на катере двое за спиной разговаривали. Все Карлей, Карлей. Хочешь? Не курю. Тебя как зовут? Обыкновенно. Мишка. А меня Борис. Привет. Привет. Алло, парень. А ты что, знаком с ней? Откуда? Ну, нечего тогда рукой-то махать. Чё, сюда приехал-то? Да так, погулял. Надолго? Отпуск. Это что за значок? Медаль за спасение утопающих. Ну ты все такой же, Кулич. А долго, Львович, а ты серьезный мужик? Или это... Ну ты мотался ведь 4 года. У меня белый свет стал комнатой уютной. Это мы с ним вместе пыхтели на эсфаке. А потом нас с Гавриком вышвырнули из университета. За что вышвырнули? А мы опоздали к началу учебного года, задержались на земле. Деньгу зашибали. Ну ты потом учился? Я в Москве окончил Плехановский, а ты? А я снова в университете. Ну? И на том же эсфаке. Только заочник. Ой! Ну где вкалываешь-то? Я жалкий клерк, а ты? На машиностроителе. Директор! Одного станка. Ну, станочек, ничего, работать можно. Так ты что, у нас гегемон, да? На здорово, Бог. Слушай, ты мамкин утюг не сожжешь, а? Извини, Бог, забыл. Слушай, а где здесь найти начальника пристани, Бунеева? Бунеева? Письмо у меня к нему. А ну-ка дай письмо. Передам Бунееву. Эй, да я сам! Добрый день. Вы здесь бывали? Нет. Я к начальнику пристани приехал. К Бунееву.
Опоздали, молодой человек. Андрей Семенович Бунеев помер. Как помер? Давно? Помер Андрей Семенович в среду. Сегодня хоронят. Видите церковь? Вот там и кладбище. Пора открывать. Вот к Бунееву мой друг приехал. Родственник или знакомый? Да вот думал, что познакомлюсь. А от чего он умер? От чего смертная статистика в 20 веке? Сердце схватило, паник. А кто-нибудь из близких у него остались? Какие там близкие? Одиночкой жил, как камень на берегу. Вон комнатенка у него была на дебаркадере, вроде кают. Пристроил я твое письмецо. В гроб, под крышку. Но зато по адресу. Что поспешили убраться-то? Попробуй оставь. Тут же все разворуют. Я до Антарктиды плавал, а такой пристани, как наш Кардымовка, нет. Такое нигде не встречал. Посмотришь, вроде никого и не было на дебаркадере. А ежели что плохо лежало, то уже, извините, не лежит. Все едут, кому надо и кому не надо. А где бы здесь пожить маленько, а? Деревню поищи. Варя, а может, в Бунеевскую комнату его поместить, а? Служебное помещение. А подымись-ка наверх. Подыши далью. Мама. Этого новенького гони отсюда. Наглый. Не успел приехать, начал под Надьку клинья подбивать. Ну, я ему тут же финта. Письмецо он Бунееву привез. От кого? От Куликовой ТВ. Дай-ка. Вот что. Нехай поживет. Мам. Притащи-ка ему Бунеевскую постель из дома до раскладушку. И Бородатого от нас туда же пересели. Я пойду буфет открывать. Дед, все готово? Надя. Чего? Надя, а позови-ка ты к нам на поминки. Он того парня, что сегодня приехал. Зачем, дед? Ну, все-таки он к Бунееву уехал. Вот тут у нас кадры. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Надя. А вот это моя подруга Лера. А это мой старый друг, Боб Куликов. Солидный молодой человек. Он, правда, иногда теряется, когда видит хорошеньких девушек. Мой дед дружил с Андреем Семеновичем Бунеевым. Мы сегодня у нас дома поминки справляем. Приходите. Мне можно? Приходите и вы. А вы здесь живете? Нет, я так, за несколько дней. Студентка? Аспирантка? Нет, я стенографистка. Речи записываете? Ну, почему ж только речи? Меня приглашают журналисты, даже писатели. Ну и как? Одобряют? Угу. Каждый раз духи мне дарят, тайком от жен. А если они узнают?
да в волосы вцепится. Профессиональный риск. Так вы придете? Да я никогда не бывал на поминках. Валяй за мной! А ты, борода, валяй за своей постелью сам, он перетаскивайся в Бунеевскую каюту. Девочки, ну, за столом-то приготовьте местечко. Тебе, Мишка, самое почетное. А кто вам рыбы натягал, а? Без Мишки Зелина вы все загнетесь тут! Беспомощные! Валяй за мной! Мамка все перестирала. Ты не брезгуй. Ты зачем эту штуку с письмом проделал? Да ради смеху. Если я тебе ради смеху морду набью? Так. Слушай. А ты где находишься, а? Ты на моей пристани. Здесь тебе не город. Понял? Забавный ты мужик. Это я забавный. А ну-ка посмотри сюда. Потолок, да? А вот если сдвинуть вот эту доску. Это что, тайник? Тайник. И что же ты здесь прячешь? А вот я-то ничего не прячу. Был у нас один. Бунеев. Его фамилия. Вот он прятал. Вчера обнаружил, когда помогал мамке убирать комнату. Она ушла, но я начал шуровать. А что же он здесь прятал? А так я тебе и сказал. Но все-таки, что же здесь было? Вот денег тут не было. Другое всякое. Ну ладно, парень, я тебя предупредил. Ты тут живи, но без глупостей. Понял? Батя! Катер вон из корабельщика вертается. Дебаркадер всегда легонько покачивает. Зыбь. А когда волна, еще заметнее. Ничего. Да, Андрей Семенович, считай, боль 20 лет этак покачивался. Дебаркадер, он такой, он с виду вроде корабля, никуда не идет, к берегу прикованный. У тебя мать, мама есть? Есть. А? В речном порту работает, кассиром билеты продает. А-а-а. Может, когда и видели? Татьяна Васильевна Куликова. Может, и видал. Ух ты, швари, буфет-то еще не открыл, а из корабельщиков турист приедут. Варя. Варюш, катер подходит. Оп, пора на поминки. Васька! Пиво привез! Я с матерью только записку отправлю. Зачаливаем! Спим в тепле, деревья в темноте. Лишь повешены на нашей шхуне. Сделали кафе, на тумбу пушку и сковерка. Пива нету. Порох, пиво, на катарму. А мы совсем не там. Такую жизнь пошлем мы к лешему. Боцман, я! Ты будешь капитан. Ты будешь на 8 шпаги потускневшие. И мы с собой пойдем по кабакам. Команду старую разыщем мы. А здесь с тобой мы просто лишние. Давай. Давай, командуй, капитан.
Попросил капитана, обещал передать. Слушай, Серж, а это удобно идти на поминки? Там будет один человек. Профессор Морягин. Ну да, это бывший наш декан. Здесь? Здесь. Вот эта пигалица Лера, вот дочка. Значит, стенографистка с ним и приехала. А ты знаешь, что именно он настоял на том, чтобы нас с тобой вышвырнули из университета? Да это все законно. Кто бы нас мог пощадить-то? Опоздали на целых 3 месяца. Ой, наивный ты человек. Это формальный предлог. Истинная причина другая. Помнишь дискуссию идеал современного человека? Помнишь, какой ор стоял в зале? Вылезли мы тогда с тобой на трибуну, вякали что-то свое, не по шпаргалке, с деканом сцепились. Вот он нам и ответил пинком под зад. Вот теперь у нас отличный случай выдать. Морягину пошли. А что ты ему можешь выдать? Да, собственно, ничего. Ну, так хочу посмотреть на его личико. Хочу увидеть, как оно побледнеет и сделается жалким. Злой ты, Серж. Ну что, слюни пускать? В наше время, знаешь, слабаков не терпит. Он, бери пример с Морягина. Он живет без комплексов. Давно все понял, берет от жизни. Владимир Павлович, в отличие от тебя, он прибыл на собственной «Волге» со стенографисткой. Превратить бы этот профессорский автомобиль в груду железного лома. И сдать. Ты не хохми, Боб. Ты лучше начиняй сердце взрывчаткой. Расходился ты, старик. Ты чего, он, видишь, дочурка Морягина путается под ногами. Представляешь, этот хамса глазеет на меня, как дитя на мороженое. А что, хорошая девчонка. Да? А может, с ней заняться? Нарадоваться папе, а? Нехорошо. О, нехорошо, конечно. Ты вспомни, что ты пережил, когда тебя шуганули из университета. Ну, паршиво было, конечно. Но в армии все быстро выветрилось. Десантник! Ну ты, десантник! Ринемся в атаку-то! Ох, Серж, не трогай ты. Потом вместе на пляже валяться. Ой, ой, Куличок, ты что? Ты что, так остался птенчиком, да? Знаешь, есть такие птички, пищат весело, мух ловят. Ну ты поди это, скажи про меня. Морягин спасибо скажет. О, а? И договорились. Пойдем на поминки. Рядовой Куликов! Смотри, жизнь нас еще раз судит. Егор. А? Тот парень, что сегодня приехал, Андрея Семеновича, сын родной. Письмо он привез. Андрей. Учти, что Борис не знает, к кому он приехал. Тут подчеркнуто слово «кому». Я ему не сказала. Ведь когда ты бросил нас, лишил Борю отца, себя сына, ты это сделал сам один. Так и теперь сам думай, рассказать ли ему обо всем. А я, чтобы не тревожить его понапрасну, сказала, что ты мой давний знакомый. Оба мы не молоды, Андрей, не пришла ли тебе пора хотя бы к старости вспомнить, что у тебя есть законная жена, которая тебя не забыла? Это что ж выходит? Сам-то парень не знал, к кому едет. Мы с тобой на поминки пойдем. Пойдем. Пойдем, только ты там при всех не плачь. Зачем ты меня жалеешь? Другой бы сколотил меня. Ну, а чего тебя теперь колотить? Был у меня в Антарктиде знакомый американец. Водитель вездехода. Эдди звали. Ну, кричит мне, бывало. Ты Russian. All right. Русский, значит. Самый большой мороз терпишь. А я ему отвечаю, дома к морозу привык. Вот. Привык я, Эдди. Платье это к лицу тебе, Варя.
все тебе к лицу. Пойдем. Дед, церковь я подмела, пыль секунд смахнул. Сердце что-то тянет. Тоска. Даже лапти плести не хочется. А туристы спрашивают, что это я лапти не продаю. Ах ты, боже мой. Зазнался ты, дед. Ну что, пойди накапать тебе лекарство. Успеешь, надаешься мне лекарств, надоест. Надя, Надя, что если я ему фотографию покажу Андрея Семеновича? А? Покажи, дед. Мишка, чаек перепугаешь. Надюха, ты знаешь, какие у тебя глаза? Знаю, Мишка. Выходи за меня замуж, а? Я с отцом твоим, с матерью обо всем договорюсь. Деда в дом в порядок приведу. А хочешь, построимся в Корабельщиках. Там не хуже, чем в городе. Там кино крутит каждый день. Универмаг, рыбзавод. Давай. Ну хорошо. Я и на город согласный. Меня в бассейн зовут работать инструктором по плаванию. Ты ревновать не будешь. Там такие купаются русалочки. А если ты возражаешь, я могу наоборот. Я могу престарелых учить. Или детей. Жуть. Детишков люблю. Своих заведем. 14 штук.
Хочешь, орден матери героини отхватишь? А хочешь? Ну, что ты хочешь? Ну, хочешь, я стану чемпионом мира по плаванию? Вот ты включишь телевизор, а там я. Слушай. А может, ты сама на этого Бориса гребнулась? Ты что думаешь, я не знаю, с кем ты к озеру ходила? Я каждый твой шаг знаю. Мишка, ты умеешь с чайками разговаривать? Чего-чего? Ничего. Имей в виду, Лерочка, что мой друг считает меня безнравственным типом. Что? Да. Борька, ты не волнуйся, я напишу о нем фельетон в газету. Эту библиотеку мы собирали вместе с Андреем Семеновичем. Я, право, не знаю, обещал он вам или нет. Мы этой темы коснулись в день его смерти. Он был слишком возбужден, так что разговор не состоялся. Владимир Павлович, как вам работается? Спасибо. Неплохо. Если не секрет, для печати или новую лекцию готовите? Ну, почему же секрет? Обратились ко мне товарищи из областного отделения Союза художников. Молодой скульптор Евдокия Невзорова сделала скульптуру Матвея Черного, вождя восстания городской бедноты в 17 веке. В 17 году! Веке! Миша, не напрягайся, пожалуйста. Продолжайте, Владимир Павлович, продолжайте. Вот. Наш пращур был смолокуром. Смолил лодки купцам, которые плыли со своими товарами по реке Верже на юг. Из варяг и в греки. Вот, вокруг скульптуры разгорелся спор. Дело в том, что скульптор изобразил нашего пращура таким мыслителем почти в роденовском духе. Но ведь он был вождем народного бунта, удальцом, держал в руках меч. Извините, я тоже видел эту скульптуру. По-моему, очень верное изображение. Матвей Черный был мастеровой, смолокур и на редкость грамотный человек для своей среды. Вы читали его воззвание к жителям Привольска, которое он писал собственной рукой? Его восприятие мироздания резко отличалось от канонического, и, судя по всему, своей программой он взял первоначальное христианство. Он был скорее бунтарь духа, чем силы. Боря, вы ведь, кажется, заочник ИСТФАКа? Да. Так вот, любое историческое явление учить увязывать с текущим моментом. Правильно. Ох, правильно. А хочешь, я тебе предскажу финал спора вокруг скульптуры? Владимир Палыч растопчет бедную художницу, точно так же, как он 4 года назад растоптал 2 молоденьких студентов. Сергей завелся? Сережа, вы извращенно представляете то, что произошло с вами в университете. Даже если бы вы были моими детьми, я бы не мог поступить иначе. Да на что вам образование-то давали? Ревизионисты. Эй, паря, эдак ежедень будешь гаркать, чего доброго пуп надсадишь. Да замолчи уж, Евгений Степанович. Расплодились тут паразиты. Ну что ты
Уставился-то? Ты, бунтарь духа, людей не видел? Ты еще очки надень, интеллигент. Оль, вы, наверное, жалеете, что приехали к нам отдыхать. Да что вы? Я уже лет 6 не отдыхал. А вы мне показали такие прекрасные озера. Каждый день будем ходить. Надюша, у нас с вами впереди еще много работы, и вряд ли у вас будет столько свободного времени. Евгений Степанович, а почему вы молчите или говорите на каком-то дремучем языке? Легче вписываюсь в обстановку. Экзотический старик, хранитель музея, древней церкви, реклама. Иностранцы меня весьма охотно фотографируют. Скажите, а чем вы в своей жизни занимались? Барышня, я неподходящий для вашей газетки герой. Ваш покорный слуга в 30 лет управлял губернским коммерческим банком. Работал я и после революции тоже в банке областном. Так что же наши банки? Из одного кармана в другой деньги перекладывают. Скучная операция. А я-то помню игру страстей, банкротство. Да нет, вот здесь, в Кардымовке, чем вы жили? Книги собирали вместе с покойным Бунеевым. Андрей Семенович не мог их хранить у себя на дебаркадере, каютка маленькая, все ко мне да ко мне в дом. Необыкновенный был человек. Да-да, чувствовал я, в здешнем начальнике пристани было что-то большое, что-то из другой жизни. Да неудачник он был, и все. Это был удивительно талантливый инженер. Вот вскоре после войны он создал проект моста через Вержу. Гениальный по замыслу, по новизне. Но время было определенное, в техническом авантюризме обвинили авторов, в прочих грехах. Статья появилась в газете истерическая, оскорбительная. А теперь, пожалуйста, строят мост по тем же идеям, за которые крыли когда-то Бунеева. А что же он не защищался? Андрей Семенович боролся сколько мог со своими оппонентами, а потом не выдержал. Хлопнул дверью, перебрался из города сюда, в Кардымовку. Остался один, но не изменил себе. Вот так мог поступить только сильный человек. Сильный? Так дрался бы. Драться? А что в том цены? Больше ли, чем в покое, который он обрел тут в глуши? Сколько ему было тогда лет? 32. Рановато для покоя. А тем серьезнее он наказал людей, которые не поняли его. Если вы не отличаете таланта, не считаете, что он нужен, ходите по старым мостам, пережевывайте старые истины. Мы с ним сошлись в главном принципе. Подальше от людей. Ой, подумаешь, на Западе сплошь да рядом. Сережа, там социальная почва разобщает. Извините, социальной почвой всего не объяснишь. Испокон веков уходили люди от суеты жизни. 2500 лет назад один восточный принц ушел из своего дворца, стал проповедником и назвался Буддой. Или отец Сергий, вспомните Толстого. Отец Сергий на современной западной почве уж никак не маялся. Человек, заглушивший в себе инстинкт стадности, становится выше толпы. Ой, Евгений Степанович, да при чем тут стадность-то? Что ж наш родной, здоровый коллектив толпа?
Зачем же так? Андрей Семенович не был в полном смысле нелюдим. В дружбе он был необычайно щедрый человек. Кстати, Борис, вот его фотография. Хочу отвезти в Привольск, сделать отпечаток на фарфоре для могильного камня. Посмотрите, сразу видно, что недюжинная личность. Вылитый Борька. Точно. Господи, как же я раньше этого сходства не заметил. Евгений Степанович? Да. Там у церкви иностранцы толкутся, итальянские, слыхать. Из корабельщиков с гидом приехали. Иду, 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 Варя. Сергей, пойдем погуляем по берегу. Можно и по берегу. Скажите, а у вас или вашего деда нет фотографии Сент-Экзюпери? Может быть, я на него еще больше похож? Может быть. А с кем еще он тут дружил? Бунеев. Вы не хотите говорить, почему? Это, может быть, только дед да я и замечали. Еще он дружил с Варварой Антоновной Зевиной. Близко? Дружил. Много лет. Спасибо. Скажите, а где та баня? Какая баня? Та, где умер Бунеев. Вон там. У меня на огороде. Любил он баниться. Зимой бывал прям снег, сугроб. Потом снова пару поддаст. Боря! Мама? Записку твою получила. Приехала на кукушке. Выпачкалась ты в земле. Так ты с отцом и не повидался? Мы с ним очень похожи. Мне показали его фотографию. А кто показал? Его друзья, Ольховцевы. Хочешь познакомить тебя с ними? Нет! Вся эта Кардымовка мне ненавистна. Это проклятые присты! Боря! Боря! О, говорят, сохранились! Здравствуйте, Татьяна Васильевна. Здрасте. Сережа, мне Боря написал, что с тобой встретился. А да, мы живем в одной комнате. В той самой комнате, где жил его отец.
Вы примите мое сочувствие, Татьяна Васильевна. До свидания. До свидания. До свидания. А теперь, хоть и был бы жив, хоть просился обратно, нет уж довольно. Как жила одна, так и буду одна. Успокойся. Я сейчас домой поеду. Что ты домой. Успокаивать меня у тебя? Отпуск, оставайся, отдыхай. Катер подходит. Рыжий, пиво привез, зачаливай! Смотрю я сейчас. Смотрю на воду, а картина в глазах совсем другая. Если тракторным поездом идти, вездеходом, от Мирного через ледяное плато, Бурана в Антарктике, не похож на наш, нет. Вот только возьмут меня туда еще раз. Понимаешь? Сила во мне на троих, а года... Когда мужику за 50, и специальность не самая, искать научная. Мать приезжала. Приезжала. А здесь и отпуск дают. А зачем плотнику на такой пристани отпуск? Ну, дают, закон, беру. Вот кончится навигация и зима, капусту будем квасить. Дров надо на зиму заготовить, валежнику нынче в лесу навалом. Опять же ребра надо менять, дебаркадеру. Это уж на будущий год, в подводной части. Вот бревна, стало быть, зимой заготовлю. И... Теперь знаешь, кому ты сюда ехал, мать, сказала. Сказала. А я дважды выезжал отсюда. Экспедиция-то долгая, бывало, задумаюсь, когда вздохнуть можно. Уж чего-чего в моей Кордымовке происходит. Все перевернулось, вода вспять потекла. Вертаюсь домой. Нет. Одно и то же, и река, и жена, как был, так и не сдвинулась. Ах! Ты пингвинов в зоопарке видал? Батя! Так вот, река Вержа совсем не то, что шестой материк. Совсем Батя! Не то. Чего тебе? Вчера всей бригадой отличный улов взяли. Премиальный обеспеченный. Молодцы. Та-ра-ра-ра. Медведь, ты бы весла на место ставил. Никак тебя не приучу к порядку. Послушай, Мишка, а что там было? Слушай, иди-ка ты, табань правда. Я тебя про тайник спрашиваю. Теперь еще оно государственный секрет. Но мне это очень нужно. Да мало ли кому чего нужно-то. Ну, отец мой был, Бунеев. А ты не колотись. Наследство он тебе не оставил. А кому надо, и без тебя разберутся. А ну-ка, дай дорогу. Я говорю, дай дорогу.
что нужно, гад... куда спрятал? Чертежи. Где они? Отвез я их. Куда? В государственную безопасность. Почему же ты? А почему он чертежи прятал? А дальше что? Кто так делает? Там не приняли, направили. Ну да, вывеску запомнил. Улица Бетховена, дом номер 6. Ты здесь не отдохнешь, а последнее здоровье потеряешь. Это самое худшее место, в котором мы можем находиться. Это быть в себе самом. Француз Монтень сказал эти слова еще 3 столетия назад. Как он здесь жил? Один? На дебаркадере? Вержа перед ним. 20 лет. Вы знаете, он был очень сердитый, Андрей Семенович. Никогда не бывал в деревенской бане. Пойду посмотрю, как там. О, Боря! Борис! Мать уехала? Уехала. Говорят, сохранились какие-то чертежи. Да, я знаю. Боря, послушай, я подрабатываю в нашей областной газете и брала недавно интервью. Интервью мне давал инженер, который строит новый мост через Вержу. Фамилия... Да неважно, ну. В общем, он мне сказал, что у них с Бунеевым какой-то конфликт вышел. Да, ну ведь, а как бывает? Повыдергивал из старых чертежей все лучшее, подправил, уже строит. Вот тебе весь конфликт. Сергей, ну ты же его не знаешь. Ну зачем так плохо о человеке? Я не о человеке, я о человечестве, Лерочка. Боб, попробуй-ка ты в этом разобраться. Давай, ну что делать? Живому не успел. Помоги теперь. Дерзай, старик. Ты ведь у нас рожден для подвига, а доведется спорить. Вон у тебя в запасе веский аргумент, кулаки десантника. Время ведь потом спросит не с кого-нибудь, а с нас. Что вы сделали для того, чтобы пыль равнодушия не покрывала планету? Ну подумай, кто это сделает за нас? Кто, если не мы? Да не бойтесь вы свежего воздуха. Ну, вам, конечно, здесь лучше. Весь дебаркадер виден. А при чем тут дебаркадер? Просто на воздухе работа быстрее пойдет. Ну уж, если не идет, так не идет. Это скульптура Матвея Черного. Далеко не мелочь, Надюша. Вы читали мою книгу о Привольском восстании 17 века? Вышла этой весной. Нет, извините, не читала. Жаль. Жаль. Я убежден, что моя концепция Привольского восстания Матвея Черного единственно верная концепция. А все эти споры и разговоры вокруг скульптуры, все эти детские лепеты, мышиная возня. Чего ж мне так трудно сегодня собраться с мыслями? Я могу вам чем-нибудь помочь? Вы могли бы. Я буду стараться, Владимир Павлович. Давайте здесь. Дед нам не помешает. Нет, зачем же? Все-таки неудобно. Вроде посторонний предмет. Евгений Степанович, прошу вас помнить, что ваша библиотека для меня бесценна. Я готов отдать за нее любые деньги. Неужели не проснется ваша коммерческая жилка? После. После поговорим. Ну и все-таки я буду надеяться. Надейтесь. Вы не знаете, сегодня был катер в 16:30? Был, кажется.
Впрочем, нет, в бурных волнах Вержи произошло кораблекрушение. Пассажиров подобрало океанское судно, и только самый прекрасный из них, Борис Куликов. Я готова, Владимир Павлович. Последнюю фразу прочтите, пожалуйста. Мне думается, обращение художника к материалу истории не должно связывать его фантазию, точка, и все же. И все же. Те крупицы сведений относительно Матвея Черного, которыми располагает историческая наука о нашем крае, вряд ли дает право художнику утверждать. Черт возьми, какой суконный пошел слог. Право утверждать зачеркнитель. Современный взгляд художника на исторический материал предполагает прежде всего... Ой, нет, извините, вы заторопились. Повторите. Современный взгляд художника на исторический материал предполагает прежде всего объективную зоркость главному, определяющему в данный исторический отрезок времени. «Сотри случайного черты», сказал поэт. Нет, не идет. Жвачка, солома какая-то. Вот вы скажете свое, повторите, и все мысли сразу куда-то улетают. Почему? Обычное профессиональное выражение. Повторите. Я не сплю уже несколько ночей. Владимир Павлович, вы будете диктовать? Ну, хорошо, хорошо, считайте, что я диктую. Хорошо, буду считать. Время стенографистки оплачивается. Вот, а сегодня ночью я смотрел на себя вашими глазами. Ну и как? Вот, молодыми, беспощадными глазами. Владимир Павлович, не надо. А вы что, так спокойны? У меня закалка. Профессиональная закалка. Мне ведь примерно раз в месяц кто-нибудь обязательно объясняется в любви. Кто-нибудь? Вот я к вам прихожу и к другим. Скажешь раз, другой повторите, вдруг бац на колени. Или сразу целоваться лезет. Опасная профессия, ей-богу. Стюардессы, стенографистки, манекенщицы, официантки. По мнению некоторых, легкая добыча. Да, черт возьми, безумец, барабан с квасом. Давайте продолжим диктовку. Ну, а вы что, нахохлились? Я что вы, и не думала. Помните, вы как похвалились, что у деда в сундуках сохранились старинные деревенские наряды? Показали бы. А? Я свои исторические очерки всегда немного так вот билетризирую. Так вот, очень хочется видеть одно из этих платьев не в музее, а на молодой и очаровательной женщине. Катя. Подожди, Миша, подожди. Рыжий, голубчик, зачаливай скорей. Васька, пиво привез. Молодец, зачаливай. Владимир Павлович, вы ошиблись. Я не манекенщица, я стенографист. Я свободна? Большие картонные папки. А что в них? И на челе его высоком отражалось душевное смятение. Ну откуда смятение? Чего отдых называется? Умчался в город, пропадал там целых 3 дня. Вон, Надя соскучилась. Владимир Павлович, ну что же вы? Надя скучала. Да, что же вы? А вы? А я, хотите, сейчас платье буду показывать? Очень. Спешите все на демонстрацию старинных русских нарядов. Вход бесплатный для всех. Что у тебя в этих папках? Проект моста через реку Вержу. Автор проекта инженер Гунеев Андрей Семенович. Откуда они у тебя? В
Пойду лучше посижу со стариком Ольховцем. Ей-богу, в его равнодушии к окружающим есть что-то джентльменское. Иди, иди. Давай ты со мной. А, боишься меня оставить наедине с этими папками? Догадливый мужик, вытряхивайся, я запру дверь. Ты меня интригуешь. Куличок. Походка наша, брат, такова, как мут 100 пудов у нас на теле, зато голова. Дима, гляди, лапти. Добрый день. Здравствуй. Дед, почем пара? А сколь не жалко? А 3 рубли? 3 рубли? Ну, забирай, шлепай по свадьбе. Спасибо, да у нас денег ни копейки. Где здесь переночевать можно? Иван, забор-то скалить кай. Хозяева без кручины, ночлег за деньги. Ну, а домовой даром. Спасибо. Колоритнейший деревенский дед. Ольховцев, vous vendez-vous souvenir très bon marché, n'est-ce pas? Mais ce sont des articles d'artisan. Семен, да плюс шер, мсье Мрягин. Вера Франции! Смотрите, смотрите, жалкие джинсы и вот эта роскошь. Пошла? Бабье платье, те же мешки, рукава завяжи, да что хочешь положи. Верно, дед? Верно. Балалайка твоя не пригодится? Пригодится. Вот профессор истории, какие они были. Бабы в роду Ольховцевых. Вековая отсталость. Евгений Степанович, кто же на этой трынкалке-то играет? У вас же магнитофон есть. А ты тоже вырядилась. А тебе не нравится, что я вырядилась? А ну-ка, вдарь, Степаныч. Хороший концерт! Да не те зрители! Погоди, Мишка! Черная курочка с хохлом, кто не встретится, поклон! Черная курочка с хохлом, кто не встретится, поклон! Вставайте-ка, ребята, пора завтракать, работушку работать, родную пашку пахать. Давай. Ах, моя-то растопыра еще печку не топила, еще печку не топила. Очень. Пошли, ребята, на ночлег устрою. А деньги? Да даром! О, деньги, пошли, пошли. Артистка пришла за аплодисментами на дом. Для удобства публики. Публика не в духе. Ну, давай, показывай, что привез. Папка.
что, стало быть, это и есть чертежи твоего отца? Откуда они у тебя? Да, почему ты их привез сюда-то? Выкрал и привез. Так, а откуда выкрал? А есть у нас в Привольске проектный институт, филиал московского. А в этом институте отдел архивной документации. Вот оттуда. Ну да, ворвался с пистолетом, в маске, вскрыл сейф. Это гораздо проще. Принял меня начальник отдела, разрешил посмотреть чертежи. Ну, спрашиваю товарища, совсем устарели эти листы или еще живые? Товарищ отвечает, идея нами давно использована, а техническая разработка интереса не представляет. Так кое-что пощипали по мелочи. Меня, знаешь, точно током шибануло. Отец жизнь потерял, а какой-нибудь новатор поставит свою фамилию. Он давал же Лере интервью какой-то строитель моста. А тут товарищ извинился и вышел из кабинета. Ну, я взял папки, тоже вышел. Спокойно так, будто это не я делаю. Смотрю, вахтер старикашка чай пьет. Ну, посмотрел на меня и хлевает дальше. Я только на улице опомнился, думаю, зачем мне эти чертежи-то? Ну, подумал, подумал, потащил их в горсовет. Зачем в горсовет-то? Да вспомнил, председатель горсовета Стромов, старый знакомый моей матери. Говорят, порядочный человек, думаю, заинтересуется, сравнит два проекта, старый и новый. А Стромов в командировке и привет. Куда еще податься? Так я с этими огромными папками и таскался по городу. Ночевал у приятелей. Ну что, чайку, что ли, поставим? Мама, я в корабельщике. Выйду на проселок, голосну, авось попутное подбросит. Зачем тебе в корабельщике-то? А серьезные люди зазря в район не ездят. А ты пока помалкивай. Да ну тебя. Ну и до каких же пор ты будешь так скрываться? Когда вернется из командировки Строма? Да говорят на днях. Куличок! А ведь ты украл чертежи-то. Никакой Стромов их от тебя не примет. Ты ведь не инстанция. Думаешь, не примет? Да, ты совершил один из тех проступков, которые осуждает всякое организованное общество. А в том, что наше общество организованное, ты, Лапушка, не сомневайся. Знаешь, записывала я на днях речь одного оратора. Он болтал, а потом говорит, товарищи, я болтаю, но я безвредный. А ты, Сережа? Ты куда? Самовар поставим. Мы чай из самовара будем пить. Слушай, я не хотел при Наде. Позвонил я домой матери. Следователь приходил. А ты что думал? Бирюльки? Дуня? Это же документы. Ну что посоветуешь? Ну, во-первых, сохранять чувство юмора – это единственное спасение современного человека, а во-вторых, конструктивная у тебя голова. Ну, ладно, пойдем чай пить. Варя, отчего бы Михаилу в район мчаться? Вернется, скажет. А? Ну, Мишка свои дела провернет, а как нам с тобой дальше, товаря? Как теперь, так и дальше. Разве это жизнь?
сколько лет мы с тобой. Муж и жена, ежели посмотреть, все ни к чему. Может, я тебе не современный, богатство не умею наживать. Так ведь я не умею. Ты при деньгах, при буфете. Да и Мишка честно вырастает. За что ты его любила, Бунеева? Скажи, Варя, по правде, я не обижусь. А то и пойму, чего надо. Ну, был бы я тебе слабый или, сказать, дурной. Может, обо мне где-то баба сохнет, и не хуже тебя. А ведь я ж от тебя оторваться не могу. Ох, приморозила ты меня! Варя! 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 Ну скажи, что это мы, Варя? Сильный ты, Егор, верно? Ты уж такой сильный, такой самостоятельный завсегда. Андрею я правым плечом была, моим духом держался. Иначе он бы вообще камень на шею да в реку на дно. Как прибился он здесь, годы покатились, не заметила. Все теперь конченая программа. Могу жить, могу не жить. Все равно. Так. Стал быть, опять я решай, потому что я самостоятельный. Так. Ну что же, силы еще есть, поеду. Поеду. Может, последний раз, а поехать надо, потому что если я теперь останусь, рассоримся мы с тобой. Вижу, рассоримся так, что потом ничем трещину не склеить. А я еще жить с тобой собираюсь долго-долго. Так, решил, сразу и поеду. Ты мне бельишко чистое дай. Галстук широкий, что Мишка подарил, красоток буду завлекать. Харчей не надо, харчиться теперь в дороге легко, всюду буфеты. Где становлюсь, напишу тебе свой адрес, захочешь, ответишь. Вернусь я, вернусь, когда позовешь меня. Ну, а теперь пойдем, пособи чемодан мне собрать. Пойдем, Варя, пойдем. Если я решил, значит, решил. Жалкий я, не сильный, а решил. Егор. 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 Егор, прости ты меня, прости ты меня, прости ты меня. Не уезжай, Егорушка, не уезжай. Сейчас ты просишь, а пройдет минута, опять глаза опустишь, отвернешься. Жалко, ты мой. О, ты говорила сильно, это ж разница. Решил, сразу и поеду. А, Егорушка, Егорушка, как же Мишка-то, Егор? Мишка перебьется, не маленькой. Ведь он же тебя отцом считает. Пускай считает, правильно делает, что считает. Бунеева-то уже нет. Нет Бунеева.
Зря ты, Борька, сделал эту свою партизанскую вылазку. Я бы сказал, что это вылазка носит несколько иной характер. Да, ты еще молод, Боб. Ты пасись на травке, благодарному, чья рога, пускай сбрасывает. О, матерые быки. Ну, ваши иносказания, Сережа, не вносит ясность. Боря, немедленно возвращайся в город и сдай эти чертежи. Теперь уже не важно кому, только скорее сдай. Да. Еще Платон сказал, мало чего следует так бояться, как малейшего изменения существующего порядка вещей. Вот истинная мудрость. Андрей Семенович вряд ли одобрил ваш подвиг в его честь. Главное – сохранить душу. Ай, дедуля, некоммуникабельность проповедуете. Некоммуникабельность, некоммуникабельность. Слово-то какое мудреное выдумали. Раньше выражались попросту. Сын в отца, отец во пса, а все в бешеную собаку. О, спасибо. Извините, вашей родословной это не касается. Ну, если так, сударь, то и с вами надо быть поосторожнее. А что вы думаете? И со мной, и со мной. Кто идет, кто идет? Сюзюки угадай. Роза. Сергей, прекрати. Боря, ты не обращай внимания на дедовом в своем репертуаре. Знаешь, если тебе понадобится моя помощь, то на меня ты можешь рассчитывать всегда. Ну, до конца. Дело в том, что я тебя очень, очень, очень люблю. Извините, мне нужно отыскать здесь Бориса Куликова. Это следователь, бежать поздно. Ну вот он. Благодарю. Мы с вами где встречались? Со мной? Лукашов Виктор Савельевич. Ваша мама подсказала мне, Борис, где вас найти. У вас трубочка погасла. Благодарю, я ее как соску сосу, все веселее. Я присяду, с вашего позволения. Садитесь, пожалуйста. А то стоять не можете, сидеть не хочется. Вспомнил, вы у меня интервью брали. Да, да. По городу разошелся слух, что сын Бунеева спасает проект отца, спасает от вора, от плагиатора, проходимца, так вот, от мерзавец я. Самокритично. Но отпустить ваши грехи мог лишь один человек. Но он мертв. Молодой человек, а что вы знаете о моих отношениях с вашим отцом? Если бы я сохранил имя Бунеева, я погубил бы весь проект. А если бы с вами произошло то же самое? В институте созывается конференция. В присутствии коллег, представителей общественности, журналистов, я расскажу о своем проекте моста через Вержу. Необходимы чертежи для сравнения. Верните их. Вы еще не все выщипали из отцовского проекта? Видите ли, я не скрываю, что я в своей работе развиваю идеи Бунеева. Здравствуйте. Ну,
Поставь мотоцикл, давай сюда ключи. Есть. Теперь ты мне скажешь, где проживает парень из города, Борис Куликов. Ладненько, граждане подскажут. Заранее извините, граждане, что нарушаю отдых. Милиция разыскивает гражданина Куликова, кто знает. Я, Куликов. Так. Прошу пройти со мной к месту вашего проживания. Пожалуйста. Садитесь, пожалуйста. Кому сидеть, решит закон. Эти папки. Минуточку. Не трогать. Минуточку. Не трогать, говорю. Зачем же так страшно? Парень, ты себе лишнюю статью не нагоняй. Извините, товарищ. Будьте любезны, я вот специально приехал. Разрешите, я их с собой заберу в институт. Не могу, гражданин. Мне приказано в областное управление отправить. Оттуда можете забирать. Эй, детектив, а вы имеете право на обыск? А я не обыскиваю. Видите, ты какой строгой. Борода. А ну, документы. Отдохнули, называется. Так, Антипов Сергей Леонтьевич. Да. Советский Союз. А это что? А, так. А. Так, ну что же, возьмем на заметочку. Так, пошли. Куликов, сядешь в коляску. Пошли. Еще раз прошу извинить, граждане, за нарушение отдыха. Отдыхайте дальше. Воздух-то у нас, а? Хоть на экспорт продавай. Извините. Пошли, Куликов. Ну, до свидания, города и хаты. Что же вы молчали? Надя. А вы не можете скрыть своего удовольствия, Владимир Павлович? Надюша, это неприлично. Вот это то, что вас больше всего волнует, чтобы было прилично. Пусть подло. Подло, только бы прилично. Надя. Ты настучал. Сергей, зачем вот твой паспорт спрашивают? Дави тебя удавить Сергей, надо! Сергей, я прошу тебя, оставь его! Ну, отвали! Ты! Догматист! Я тут сейчас твою бороду пониже спины приклею, Геркулес овсяный. Надя, а ну, пошли отсюда. Надь, пойдем отсюда! Миша, скажи, ты хоть сейчас понимаешь, что ты сделал? А что? А что, я ничего. Донес. Надь, я не доносил, Надь. Ну, я хотел, да, я хотел, я не скрою, но я не доносил, я даже в милицию не зашел, я взялся за ручку и отскочил, ну, тут вышел из старшина, ну, узнал меня, ты из Кордымовки сядешь в коляску, покажешь, где и что, а чтобы доносить, Надя, я не делал этого, Надь, я не делал этого, Надя, ну, я мамкой родной клянусь! Где похоронили Андрея Семеновича? Не покажете? Там, где всех кордымовских. Михаил, ты мамку тут береги. Уезжаю я. Батя. Это куда? А опять стало быть за счастьем. Мать! Ну не путёво это, батя! Ждите писем, как говорится. Вот не найдешь ты счастья, батя.
пока главному не обучишься. Чему ты мне советуешь обучаться? А видать, главное в жизни, батя, уметь с чайками разговаривать.